Экспериментальная лаборатория, новые стартапы и инвестиции в инфраструктуру. В агентстве регионального развития рассказали, что ждет Одесскую область. Среди основных задач называют сохранение и увеличение численности населения в общинах, ведь сейчас наблюдается активная миграция молодежи в другие регионы и за границу. Главная цель проекта – в сжатые сроки стимулировать развитие общины, обеспечить рабочие места. Успешными кейсами агентства поделился Роман Григоришин. Ну, це промоційна кампанія «Дорога, вина та смаку». Ми дуже багато і виїздили, нам дуже багато уваги привернули до цього кейсу. Це раз. З друге, це саме подача заявки «Експо-2030». Інвестиційний офіс все-таки розробив і запустив інтерактивну інвестиційну карту про Україн, яку проведемо якусь онлайн-презентацію. Розпространення технології 3D-печаті. Коли дизайн ти можеш заказати онлайн где-нибудь в Америці, а розпечатати товар здесь, в Одесі. На 3D-принтере. Печатается все, начиная там от подошв для кроссовок и заканчивая целыми блоками, деталями для турбореактивных двигателей, для ракет и так далее. Также сегодня подписали два меморандума между Торгово-промышленной палатой и агентством регионального развития «Идея-бизнес».